Сегодня мы будем колдовать. Для начала мы должны наколдовать блокнот. Наколдовали. Теперь нам нужно открыть страничку. Открыли. Теперь нужно нам открыть страничку, на которой мы будем рисовать. Вот, теперь мы должны сложить вот это вот все. Вот это. Начинаем. Сложили. Теперь начнем. Один я уже пюрхин нарисовал. Теперь давайте второй. И раз, два, три. Что-то оно только вверх разыграет. Ну ладно, буду при вас рисовать. Так, главное вас сейчас не свалить. Идеально. Так, и вот я уже закрасила верхушку. Теперь давайте закрасим вот это. Если что... Идеально. Там, если что, еще больше. Вот так вот. Вот. Я не на штативе. Так, давайте желтый возьмем. Желтый. Здесь он рисует. Да, он рисует. Теперь давайте возьмем красный. Вот этот вот я где-то, не знаю, там где-то минуту разокрашу. А вам нужно, чтобы было все видно. Теперь давайте вот это и вот эту вот часть. Для этой части мы возьмем вот такой вот цвет. Давайте начнем. Вот там мы еще помалюем. Так, готово. Будет голубым. Начинаем. И потом я вас научу, как рисовать красиво розочку. Сейчас вам покажу, какую розочку. Надо красиво, чтобы у нас оно, если даже чуть-чуть выходит, это надо исправлять. И вот так вот мы вот видео, я пытаюсь выходить каждый день. Завтра оно выйдет. И сегодня еще будет сегодня еще одно видео. Если у меня зарядки. Хватит. Так, хватит. Давайте только быстро рисуем. Так, сейчас я разукрашу и будем приступать. Так, я разрисовала, теперь убираем. Идеально. Теперь идем за листочками. Готово? Убираем это все. Я сяду нормально. Кстати, вот она я. Здесь вам было видно. Так, достаем листочек. Сейчас я вас нарисую, как рисовать. Покажу. Вот такую розочку и красивее. Мы берем лист, если вы хотите, тогда вы можете вот так вот его положить. И берем там, не знаю, карандаш, тепломастер. Я возьму карандаш, и нам он нужен вот такой. Ну, так, подождите. Я там рисовала вот такими вот остальными. Так что давайте начнем. Начинаем с серединки. И... Ой. И начинаем творить. Творим. И творим. Такая у нас розочка получилась. Теперь мы карандашом будем рисовать листики. Вот так. Они же вот так. И наведем. Да. Чтобы когда мы разукрашивали, было видно то, что то листики. Теперь мы разукрашиваем. Если будет двумя фломастерами разукрашивать, то так будет некрасиво. А вот так вот лучше так. Взять вот такого вот цвета.
Короче, это будет долго, так что давайте я начну сама. Короче, все потом сделаем. А так я сейчас буду рисовать домик. Все, давайте. Мини-домик. Берем. И рисуем домик какого-то хотите размера. Нарисовали. Теперь нам нужно, это же у нас будет мини-домик, вот такую вот травку. Травку в раз, так сказать. Вот, и вот так вот, вот чуть-чуть фломастером или такой пастелью. Хотя можно сделать и побольше, давайте сделаем побольше, потому что у нас же там будет и дерево, и всякое такое. Так что я буду ускоряться. Надеюсь, это видео не будет долго идти. Если на это видео будет 20 лайков, буду снимать видео, когда вы скажете. Вот увидишь под этим видео, когда 20 лайков, и вы пишите в субботу, сейчас. Потом, через час, через 5 минут. Ну, если что, завтра, наверное, не знаю, будет ли видео так. Нарисовали. Теперь мы должны нарисовать сами вот эту. И теперь крыша у нас же чуть-чуть выходит. Так что вот так вот рисуем. Кстати, вот так. Потому что это будет, ну и так вот, вот сюда доводим. Ведь это некрасиво. Вот она моя задирачка. Так, вытирайся. Кстати, крыш. Можете сделать хоть вот такой. Ну и дом сам. Это будет у нас волшебный такой домик. И вот тут пускай будет тропинка. Здесь у нас будет, получается, вот такая вот тропиночка. Тропинучечка. И здесь вот всякие тут штуки. Вот тут вот начинаем. Тут у нас тоже будет травка-муравка. Где наша травка-муравка? Уже травка-муравка, без нее никуда. Кстати, видео идет 8 минут. Надеюсь, вам понятно все, как я делаю. Люди, где травка-муравка? Травка-муравка. Я травку-муравку не нашла, так что вот. Прошу прощения. Травку-муравку не нашла. Это более чем печально. Кстати, надо так прям так вот, чтобы было видно, что травка-муравка. В смысле, я рисую травку? Надо трейдиса нарисовать. Ну ладно. Чтобы вам было видно, я вот так вот сделаю. То я совсем не буду. Да, я не художник. Ну и вот, теперь он так будет видно. Теперь рисуем окна. Окна мы должны, если у вас там будет этаж, тогда окна должны быть маленькие. Да, я в очках хожу. Как это можно было не знать? Хотя я всегда, я никогда не показывалась в очках, ну и ладно. Так. Я вас вижу. Так. И рисуем 3 окошка. Вот тут. И вот тут, тут. Кстати, вы можете здесь нарисовать, типа, тут. Шторки, тут шторки закрыты, тут шторки, тут шторки, ну и дверка, само собой. Здесь.
Я думаю, вы поняли. Дерево. Давайте теперь забор нарисуем. Просто куда без забора? Рисуем забор. Забор. Он такой будет большой, этот забор. Вот он такой у нас будет забор. Забор. Ну, подумайте. Ну и на этом мы будем заканчивать. Всем спасибо. Давайте подписочки, лайкосики и много-много чего. А так что? Так что всем пока. Кстати, ссылочку я оставлю на кое-что и... Короче, ссылочку не знаю, на что я оставлю. Короче, и на что. Блин, что это за бяка? Так что всем пока!